Я вас приветствую, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас обзор заказа из каталога номер 3 компании Oriflame. Это уже третий заказ по счету, он всего на 106 баллов. И прежде чем приступить к разбору заказа, я хочу вас, милые девушки, женщины, мамы или дочки, или бабушки, я вас всех хочу поздравить с наступающим Международным женским днем, пожелать вам счастья, любви и красоты, чтобы все у вас приумножалось. И сейчас расскажу, что мы заказали. Весь заказ под заказ. То есть это все заказали мои клиенты. И хочу начать с таких чудесных масок для волос из серии Элио. Я их сама очень сильно люблю, и их распробовала одна моя любимая клиентка. Поэтому в заказе их 3 штуки. 3 масочки, такие вот красавицы. Чем они так хороши? Они дают потрясающее питание для волос. И после применения маски волосы становятся такие живые, блестящие и мягкие, шелковистые. Я просто очень рекомендую, если вы серию Элио не пробовали, у вас есть еще возможность в этом каталоге номер 3 выписать любой продукт, там шампунь, кондиционер и маска. Я, конечно, рекомендую серию использовать целиком. Далее на заказе тональная основа матирующая из серии The One в тюбике. Вот такой вот тюбик аккуратный. Это цвет фарфоровый, тоже под заказ. Мне чем нравится эта тональная основа, у нее очень высокий солнцезащитный фактор, SPF 30. И она ультрастойкая, то есть она великолепно лежит весь день на коже лица и подчеркивает наши достоинства. И при этом хорошо защищает от солнышка, потому что солнце уже активизировалось. Обратите внимание, что на первом месте, вот в первый фактор старения кожи, это солнце. Оно негативно влияет на кожу. Есть и позитивные, конечно, моменты, но нам нужно защищаться от ультрафильтров. Далее в заказе 2 помады. Это новинка из серии The One. 2 оттенка. Сейчас я оба их покажу. Тоже оба под заказ. Один для дочки, один для мамы. Вот такой оттенок бежевый. Тоже достаточно популярный. Он уже был у меня в заказе в прошлом как раз. И второй гранатовый браслет. Это, по-моему, ванильное облако и гранатовый браслет. Эти чудесная помада смотрится, вот в помаде она выглядит очень темно на губах, она великолепная, великолепный цвет получается, и он совпадает с цветом, который указан в каталоге, поэтому вы можете посмотреть внимательно, цвет очень здорово передали через бумагу. И в подарок двум помадам 2 туши. Я прям рекомендую, девочки, если вы думаете брать или не брать, берите. Это очень выгодное предложение. Представляете, вы берете помаду, а тушь, которая стоит со скидкой 349 рублей, идет вам в подарок. То есть, если посчитать, то цена получается просто великолепная. Еще под заказ 2 помады. Это уже для другой клиентки. Так, как же открыть? Ага, вот с этой стороны. Коробочки нужно аккуратно открывать. Одна помада серии Giordani Gold, это беж у нас такой цвет, очень красивый оттенок. Я вам код скажу, 304-45, название не запоминаю. И вторая из серии Энергоблеск, тоже удачный выбор, потому что именно весной, когда начинается эта яркая игра солнечных лучей, на губах просто лежит великолепная эта помада. Ох, туго закрыта. Это очень такой нежный розовенький оттенок. Классно смотрится. Прям одни блестки-блестки. И очень долго лежит на губах. Несмотря на то, что это не стойкая помада, а наоборот, очень мягкая помада, увлажняющая, питательная. Ну, если уж речь пошла о помадах, то здесь еще одна. Это у нас серия Color Box. Color Box. Такой темный оттенок. Сейчас очень популярны темные оттенки, мы их с удовольствием приняли. Я сама очень люблю темные помады, никогда не думала, что они подойдут, но оказалось, что очень здорово. 3 смягчающих средства с маслом розы. Классные средства, если вы еще их не использовали, обязательно возьмите, попробуйте. Как раз в этом каталоге на них цена просто
Вау, какая по 89 рублей. Такой бочонок. Бочонок. Средство легендарное. Кто помнит, что компания Reclaim начала свою деятельность именно с производства, с выпуска этого средства. Оно с натуральными маслами, с прополисом, шикарно ухаживает за всеми сухими, грубыми участками кожи. Можно использовать абсолютно везде, где вы чувствуете, что сухо, нужно увлажнить, напитать, то есть это губы, кожа вокруг глаз. Если натерт носик, например, бывает, детки натирают носик, локти, кутикулы, коленочки, пяточки. Если есть болячки, деткам можно мазать, они легко отходят болячки. И ребенок себя хорошо чувствует, и вы тоже. Далее, в заказе 6 кусочков мыла, тоже из новой цветочной серии Flower Embrace. Произведение искусства. Вот, честно, вот сама коробочка выполнена в таком дизайне потрясающем. Это уже готовый подарок и сувенир, который порадует любую девушку, потому что еще и аромат. Даже не открывая коробочки, я чувствую очень тонкий, цветочный, нежный аромат. Мне он понравился, тоже себе несколько кусочков приобрела, чтобы себя же тоже нужно баловать обязательно. И у нас в заказе парфюм Валяре, один из популярнейших парфюмов. Мне он нравится не только по аромату, а еще дизайн. Это просто потрясающе, как будто роза. То есть выполнен флакон в форме цветка розы. Это не просто очень красиво, это шикарно, просто шикарно. Ну, такой приятный аромат. И в заказе 10 кремов. Я их все не буду доставать. 10 штук, маленькие кремы мечты. Называется Dream Cream. Чем они удобны? Это что к ним идет такой набор наклеек. И можно на них написать что-то, или пожелание, или свой телефон. Это как крем-визитка. И я такие кремы покупаю на подарки. То есть это приятные подарочки. Я говорю, это карманный крем, который можно носить в сумочке, в кармане. Как он круто увлажняет кожу. Это не крем, это просто прелесть. Когда мы берем целый набор, 10 штук, то он выходит по нашей внутренней цене всего лишь за 300 рублей. То есть 30 рублей такой подарочек всегда приятно подарить и принять человеку. И за то, что мы сделали такой большой заказ, нам компания подарила масло Элео. Я очень рада этому подарку, потому что масло у нас идет на ура. Все пользуемся. У нас с дочкой длинные волосы, у меня просто длиннющие, у дочки тоже практически такие же. А Миша ухаживает за своей бородой этим маслом. Вот так оно выглядит. Масло органовое, с розой, и аромат, божественный аромат, и, конечно же, качество волос. Мы их используем на влажные волосы, буквально 2-3 капли. Наливаем на ладошку, растираем, и потом распределяем по волосам. И волосы становятся просто шелковые. Я влюбилась в это масло, поэтому подарку очень-очень рада. Вот, как видите, заказ достаточно такой большой, очень разнообразный. Мне нравится, когда девушки выписывают помады, балуют себя. И в преддверии весны уже хочется преобразиться, поменять имидж, цветовую гамму. И это очень актуально. Поэтому, девчоночки, девочки, женщины, я вам желаю красоты, нежности, любви. И помните, что вы – это самое прекрасное создание на свете. Поэтому украшайте себя с удовольствием. До встречи! Всех люблю! Пока-пока!